Формулируется электронный реестр повесток. Повестка будет считаться врученной по истечении 7 дней с даты ее размещения в реестре. Электронные повестки считаются врученными с момента размещения в личном кабинете на портале услуги. Повестки, направленные заказным письмом, будут считаться врученными в день доставки при наличии отметки почты о доставке письма. Письменные повестки будут направляться по месту жительства, по регистрации и фактическому, учебы или работы. В случае отказа от получения повестки, она все равно считается врученной в день такого отказа. Гражданам, получившим повестку, запрещается выезд из России со дня явки в военкомат. В случае неявки в военкомат в течение 20 дней после вручения повестки вводится запрет на регистрацию и управление автомобилем, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостанавливается регистрация имущества, запрещается получение кредитов, займов. Кроме того, региональные власти вправе вводить дополнительные ограничения. Запреты снимаются после явки в военкомат. Военкоматы будут зачислять военнообязанных в запасы, ставить на первоначальный воинский учет дистанционно на основе данных, полученных из единого реестра и других государственных информационных ресурсов. Об изменении воинского статуса будут оповещать через госуслуги. Гражданам, поставленным на учет без личной явки в комиссариат, могут направлять бумажные электронные повестки для сверки сведений. Если гражданин, подлежащий призыву, не получил повестку во время призывной кампании, он обязан лично явиться в военкомат в течение 2 недель с начала следующего призыва. Ну, это что? Для тех, кто не понимает, что происходит. Что происходит? Мы вот лет 15 назад я начал говорить, мы едем на войну. Не понимали. Сейчас, год назад, да, или сколько, мы приехали на войну. Вот мы приехали на войну. Вот это вот все, это заправдишное. И вариантов никаких не остается. Действительно, мы воюем. У нас не объявлена война с Англией. А поскольку Англия управляет большей частью мира, то в эту войну включены Соединенные Штаты Америки, все НАТО и вся периферия англозависимая. Вот это вот реальность. Именно с этой целью эта война уже длится многие десятилетия и столетия. Столетия. Подготовительные этапы – это была Великая Отечественная война, мировая война, развал России, революция, когда в результате госпереворота разваливали нашу Россию. Это были подготовительные этапы, чтобы нас делить на части, чтобы от нас оторвать там Латвии, Прибалтики всякие, Финляндии, Среднеазиатские республики. Это все делалось для того, чтобы нас порвать на части, чтобы потом приступить к нашему добиванию. И сейчас, собственно, этот процесс идет в полный рост. На нашей территории идет война. Кто не понимает, то Украина – это наша территория. Это территория нашего народа. Одного единого. Вот нас поделили, и на нашей территории идет война. Нашу часть заставляют с нами биться. Вот как правую руку биться с организмом. Ударив в правую руку нож, нам втыкает его сюда. И вот мы в такой ситуации воюем. Чтобы остановить эту войну, ну, только радикальные методы могут помочь. Как-то прогнуться под это бесполезно, невозможно прогнуться, чтобы быть хорошим. Вот у меня вот это прям сказка про улучшение отношений к Западу. Вот либералы долгое время там говорили, надо улучшить отношения с Западом, надо улучшить отношения с Западом. На том историческом периоде улучшить отношения с Западом. Отношения с Западом невозможно улучшить. Если вы сохраняете свой суверенитет, вы уже враг Запада. Все. Они забирают планету. Вот планету со всеми государствами. На нашей планете осталось несколько субъектов, обладающих суверенитетом, частичным или полным. Это Китай, Индия частично, мы частично.
и так далее. Вот несколько государств сохраняют суверенитет, остальные все уже в лузе. Турция частично зависит от сегодняшнего правителя. И нам предлагается терять суверенитет или не терять. Или как-то выиграть в этой войне, откусаться на наших территориях. А все эти материалы, которые мы сейчас зачитывали, они просто это подтверждают, что мы приехали на войну. И теперь надо уже законодательно объяснять гражданам нашей страны, почему мы воюем и как надо являться в военкомат. Все, приехали. Сейчас будет полноценная война. Вариантов нет ужесточать мобилизационные нормы. Это при любой войне это делается. Тут не угнешься. Либо ты защищаешь государство, тогда ты делаешь это и это. Либо ты не защищаешь. Вот это вот люди озвучили меры, которые помогают нам защитить свое государство. Тут без вариантов. Кто не согласен, не понимает этого всего, кто верует в хороший Запад, ну давайте вспомните о судьбе индейцев в Америке. Вот вспомните. Можно было индейцам договариваться с этими понаехавшими или нельзя? Вот что было с индейцами, что стало с индейцами, сколько их осталось? Их в том числе биологическим оружием травили, да? Раздавали эти пледы, от которых они принимали бактериологическое заражение и помирали. Истребляли у них просто, когда выбили всех бизонов, кормовой базы лишили. То есть они борются на уничтожение, они уничтожают. Сейчас они борются на уничтожение с нами. Их устраивает только наша смерть. Все. Чтобы мы освободили территорию. Если вы не поняли, что речь идет про жизнь и смерть, вспомните хотя бы фразу про гнилой миллиард, что на планете должен остаться один гнилой миллиард, или золотой, как они называют. Вот, остальные должны все быть уничтожены, вымереть, покинуть эту землю, спрятаться под камнем, удобрить розы. Что еще должны? Это об этом речь, это взрослая игра. Вот таких периодов на Земле, чтобы не было войны, их не было никогда. Вот сколько эта наша планета существует, вот столько продолжается постоянная война. Там, сям, везде, где-то. Безостановочно. Безостановочно. Какие-то короткие промежуточки мира бывают, и дальше опять идет война. А мы привыкли жить без войны. И сейчас нам придется опять вспоминать о реальности. Вот такая ситуация. Кого это радует? Да никого это не радует. Ограничивают наши права, нас будут по-жесткому привлекать на воинскую службу, да? Будут по-жесткому привлекать. Приехали. С вами был Виктор Катющик, канал «Научный трибунал». Это реальность, такая, какая она есть. Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катющик, телеканал «Научный трибунал».